Девочки, всем привет! Я всех приветствую на своем канале, всех рада вас видеть. И сегодня предлагаю связать нам вот такую шапочку. Вы все видели в начале видео, как она нам не сидит, села она хорошо. То есть нигде не тянет, нигде, то есть плотно сидит. Мне нравится результат, который получился. Так, вязала я ее из пряжи, называется семеновская пряжа, ангорская коза. Ангора Гоат. Состав: шерсть 22%, ангора 28%, акрил 23%, капрон 27%. В 100 граммах 210 метров. Вязала я в две нити. И ушло у меня где-то полтора мотка, вот если считать, то есть полтора моточка. Из одного мотка я двумя нитями вязала, то есть из серединки и сначала. Поэтому вот, ну, ориентируйтесь, где-то полтора моточка. Так, спицы у меня 3,5 миллиметра. Я использовала спицы на длинной леске и на короткой леске. Кому как удобно. Можно макушку закрывать спицами чулочными, можно на длинной леске, на короткой леске. То есть как вы привыкли, как вам удобно. То есть вы потом сориентируетесь в процессе вязания. Так, начинаю вязание я с образца. Вот такой образец, он у меня постиран, высушен. И сейчас расскажу, как я делала расчеты. Шапочка связана узором резиночкой 1 на 1. И, соответственно, образец я связала узором 1 на 1. Не буду показывать, как я его вязала, то есть классическим способом: лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. На образец набирала 20 петель, и что получается? Связала я 20 петель и 23 ряда. В 20 петлях у меня получилось 10,5 сантиметров, и в 23 рядах 7 сантиметров. То есть, когда я измеряла свой образец, я вот так вот его подтягивала. То есть, не в расслабленном состоянии, а подтянутом. Чтобы шапочка плотно сидела на голове, не свисала на глаза, а чтобы плотно висела, я его вот так вот растянула. И получилось у меня 10,5 сантиметров. Дальше. 20 петель делю на 10,5 сантиметров. Получается 1,9 петли в одном сантиметре. И то же самое в рядах. Ну, ряды мне здесь не понадобились, но на всякий случай я все-таки сделала расчет рядов. Далее. Нам нужно с вами знать окружность головы и объем головы. Как его измерить? Вот посмотрите на фотографии. Не стала я вставлять. Ну, покажу, как бы здесь отсвечивает, не отсвечивает. Ну, видно, да? Вот смотрите, окружность головы мы вот так вот измеряем, а глубину шапки, глубину головы мы измеряем от бровей, то есть вот от этого места, от где-то начала лба, да, ну, от серединки. От бровей конца, где у нас заканчиваются волосы. То есть вот так мы измеряем глубину шапки. И получается у меня окружность головы 56 сантиметров и объем головы 40 сантиметров. Для чего нам нужна глубина, объем головы? Для того, чтобы рассчитать, сколько сантиметров нужно вязать до убавок. То есть вот до этого места, длину самой шапочки, до убавок. Как я его рассчитываю? Значит, 40 сантиметров делю напополам. Получается 20 сантиметров. То есть 19-20 сантиметров я буду вязать вот так вот, ну вот, до убавок. Так, и 56 сантиметров, это окружность головы, умножаю на количество петель в одном сантиметре, получается 106 петель. Так как мы с вами вяжем шапочку в круг, и нам нужно ее соединить в круг, нам понадобится еще одна петелька для соединения нашего вязания в круг. Всего нам нужно набрать 107 петель. Мне нужно набрать 107 петель. Вы набираете свое количество петель. Так, ну дальше расчет макушки, как ее убавлять, я дальше вам расскажу. Так, я набираю классическим способом 107 петель. Мы с вами сделали необходимые расчеты, и по моим расчетам я должна набрать 106
петель. Для того, чтобы соединить вязание в круг и дальше продолжать вязать по кругу, нужно набирать нечетное количество петель. То есть одна петелька должна быть лишняя, потому что мы ей будем соединять вязание в круг. То есть вот 106 петель по расчетам мне нужно набрать, а я буду набирать 107 петель. Значит, это имейте в виду. Набираем на одну петельку больше. То есть число, количество петель должно быть нечетным. Я набираю 107 петелек. Так, обычным способом набираю петли. Кому как удобно. Так, я набрала 107 петель, и теперь буду соединять вот это колечко в круг. Значит, поправляем все петли, чтобы они лежали в одном направлении, чтобы вот эти вот как бы соединения были в колечке. Так, как я соединяю вязание? Значит, вот с левой спицы петельку, последнюю, которую я набрала, я буду переснимать на правую спицу, а первую петельку, вот эту, которую мы набирали, я буду перекидывать через вот эту петельку, которую перекину, и то есть скидывать вообще со спицы. Ну, давайте я вам покажу. Я думаю, что все мы уже умеем соединять вязание. Так, пересняла последнюю петельку на правую спицу, точнее, первую петельку набранную, и вот эту петлю, которая была первая, сейчас она у нас вторая на правой спице, я перекидываю через, получается, последнюю петельку, вот так вот протягиваю, вот что у нас должно получиться, и с левой спицы, я ее скидываю, вот таким образом. Здесь все хорошенько затягиваю, подтягиваю, чтобы у нас не было дырки, и приступаю к вязанию первого ряда. Вяжем мы лицевую и изнаночную. То есть первая петелька лицевая, вторая изнаночная. То есть резиночкой 1 на 1. Следующая лицевая, изнаночная. Лицевая. Для того, чтобы понимать, где у нас начало ряда, ставим маркер и продолжаем вязать следующие ряды, как первый. Лицевая петелька, чередуя, изнаночная петля. Лицевая, изнаночная. У меня ниточка прям сильно пушится, поэтому не очень удобно. А дальше нам нужно с вами рассчитать макушку, как ее убавлять, на сколько петель, и серединка, сколько оставлять петель на серединку. Значит, смотрите, общее количество петель 106 у меня. Давайте вот так, 106 петель. 106 я делю на 2, получается 53. То есть вы просто подставляете здесь свои числа. И в первом случае, вот когда мы рассчитывали, сколько петель нужно набирать, и когда рассчитываете макушку. Значит, рассчитываю ширину макушки. Как рассчитать? То есть как вы хотите, чтобы вот, ну, насколько она была широкая, вот эта часть. То есть я ее поделю на 5, значит, на 5 частей. Дальше, что мы делаем?
Значит, 53 я делю на 5. 5 подставляете свое количество петель, и 5 подставляете всегда, то есть число 5. Получается 10,6. Я округляю до 11. И рассчитаю количество петель для убавок. 53, то есть вот это количество петель. Отнимаю 11, получается 42. 42 делю на 2, 21. То есть, и что у нас получается? Вот начало ряда, да? Начало вязания. Я делю вот круг на вот эти части. 21. Дальше у меня идет вот серединка, вот она, вот эта часть, макушка, 11 петель. Дальше 21, 21, 11 и 21. То есть вот смотрите, вот здесь вот у меня начало вязания. 21, 11, 21 и с обратной стороны 21, 11, 21. Вот я нарисовала расчет и вот таким образом поделила шапочку для убавления. То есть мы будем убавлять петли столько рядов, ну, пока у нас не закончатся петельки вот с этой стороны и не останется до вот этой косички по одной петли. Вот здесь одна петелька, вот здесь одна петелька и с обратной стороны по одной петле. То есть вот до этих пор мы будем делать убавление. Вот таким образом. То есть если у вас другие числа, вы подставляете вот сюда свое число, делите на 5 и получается... У вас вот здесь своя цифра. Здесь нужно, чтобы ну, целое количество получилось петель, поэтому можно уменьшать и в большую сторону, и в меньшую сторону. Прибавлять, наоборот, прибавлять в большую сторону и убавлять в меньшую сторону. Так, ну и вот примерно вот таким вот образом у вас должны поделиться петли. Так, дальше я буду все показывать. Давайте продолжать вязать и делать убавление. Вот смотрите, я маркерами отметила серединку макушки, там, где я не буду делать убавки. И сейчас расскажу вам. Значит, вот у меня стоит маркер, это начало вязания. Здесь я отсчитала 21 петлю, поставила маркер. Потом у меня идет 11 петель, вот эта серединка шапочки, там, где я не буду делать убавки. 11 петель, дальше идут вот здесь вот 42 петли, то есть 21, вот так половинка, 21 и 21. С обратной стороны также поставила маркер, 11 петель в серединке, отметила маркерами. И здесь 21 петля. Все, выделили серединку макушки и дальше будем делать убавки. Так, обращаю ваше внимание, что изнаночные петельки должны быть в серединке маркера. То есть вот у меня стоит лицевая петля и вот здесь изнаночная. И здесь точно так же, смотрите, изнаночная петелька, дальше лицевая. Вот у меня в серединке начинается ряд с изнаночных петель. И с обратной стороны, с другой стороны должно быть точно так же. Здесь у меня получается лицевая петля и здесь лицевая. Поэтому я переставляю маркер для того, чтобы была изнаночная петелька. На одну петлю вперед с этой стороны и на одну петлю сдвигаю вот с этой стороны. И получается у меня изнаночная петля и изнаночная петля. Все, петельки мы с вами поправили, все рассчитали и выделили маркерами. Начинаю вязать, точнее продолжаю вязать. Я перешла на спицы с леской, которая подлиннее. Мне было неудобно с коротенькой, поэтому я перешла на длинную леску. Так, и продолжаю вязать до маркеров, не доходя двух петелек обычным вязанием. То есть так, как мы вязали. Лицевая петля, изнаночная петля, лицевая, изнаночная. То есть довязываем до маркера, точнее не довязываем две петельки. Так, и вот мы дошли до почти до маркера, 2 петельки не довязали. Смотрим, как у нас расположены петельки. Первая петля изнаночная, я ее переснимаю. Почему переснимаю? Потому что, чтобы петли получились не скрученные, вот эта полупетелька, которая сзади, справа от меня, вот она,
должна смотреть как бы прямо ко мне. Вот таким вот образом. То есть вот она, петля, полупетля, которая у меня была от меня подальше, она теперь как бы смотрит на меня и лежит ровно. Теперь провязываем две петельки вместе. Вот, а эта петелька лицевая, она тоже как бы она правильно лежит здесь, ничего не нужно переснимать. И две петли я провязываю вместе лицевой с наклоном вправо. Вот таким образом. Переснимаю маркер, продолжаю вязать по узору вот эти петельки, которые в серединке у нас, лицевая, изнаночная, лицевая. Довязала до следующего маркера, переснимаю его. Пересняли маркер и смотрим, как расположены петли. Сейчас мы будем провязывать две петельки вместе с наклоном влево. И левая полупетелька, левая сторона должна смотреть в мою сторону. То есть я переснимаю ее, и вот таким вот образом она расположена. Левая изнаночная петля смотрит на меня, то есть ее левая стенка, то есть здесь правильно. И провязываю две петли вместе лицевой с наклоном влево. Вот таким образом, вот видите, как бы лицевая идет прямо вот, вот с этой стороны, и вот с этой стороны мы с вами провязывали две петли вместе. Продолжаю дальше вязать по узору. Почти подошла к следующим маркерам, не довязала две петельки, которые буду убавлять, и первое убавление мы делаем с наклоном вправо. Переворачиваем изнаночную петельку полупетлей, которая сзади, вот она идет, проходит, чтобы она смотрела в мою сторону, в вашу сторону. То есть вот две полупетельки смотрят на нас. И две полупетли, две петельки провязываем лицевой вместе с наклоном вправо. Переснимаю маркер и дальше вяжу по узору. Изнаночная, лицевая. Изнаночная, лицевая. Переснимаю маркер. Здесь смотрим две петельки после маркера. Здесь у нас лицевая первая идет, и я ее разворачиваю, переснимаю, чтобы вот эта вот полупетля левая смотрела в мою сторону, а изнаночная смотрит правильно, то есть вот таким образом. И теперь провязываем две петельки вместе с наклоном влево, вот за заднюю стенки, за задние стенки. Продолжаю вязать по узору. Так, вот таким образом мы с вами сделали убавление. В первом ряду мы сделали убавление. Вот с одной стороны и с другой стороны. Так, вяжем второй ряд. И я довязала, да, вот две петельки не довязала, которые буду убавлять. И смотрите, значит, две петли лицевых расположены правильно и смотрят на меня две. И провязываю две вместе лицевыми за передние стенки. Так, маркер переснимаю. Дальше вяжу без убавок серединку, макушку. Так, довязала до маркера, пересняла ее и делаем два убавления, то есть две петельки убавления. А здесь петли у нас расположены правой стенкой как бы ко мне, поэтому мне нужно, чтобы они были расположены левой стенкой ко мне, поэтому я их переснимаю и одну, и вторую.
Вот таким образом, видите? Теперь левые стеночки смотрят на меня, и я провязываю 2 петельки вместе за заднюю стенку с наклоном влево. Здесь мы провязали 2 петли с наклоном вправо, здесь с наклоном влево. И теперь продолжаю вязать по узору до следующих маркеров. Довязала до следующих маркеров и 2 петельки лицевых провязываем вместе за передние стенки с наклоном вправо. Переснимаю маркер. Так, серединку между маркерами вяжу по узору. Маркер переснимаю. Так, смотрим 2 петельки после маркера правыми стенками, а мне надо, чтобы они левыми стенками смотрели в мою сторону. Переворачиваю 2 петельки и за заднюю стеночку провязываю лицевые петли 2 вместе за заднюю стенку. И дальше продолжаю по узору. Вяжу третий ряд, вот довязала почти до маркера, и теперь делаю убавление. Как и в первом ряду убавок, у меня получается сейчас идет изнаночная петелька, и я ее переснимаю, чтобы правая стенка смотрела в мою сторону. Теперь у меня 2 петельки лицевых, лицевая и изнаночная, смотрят в мою сторону, и я их провязываю вместе за передние стенки с наклоном вправо. Переснимаю маркер и вяжу в серединку. Так, довязала до следующего маркера. И здесь смотрим. Лицевая петелька у меня правой стенкой смотрит на меня. Я ее переворачиваю для того, чтобы она смотрела левой стеночкой. А левая стенка как бы смотрит все правильно. Не левая, изнаночная, прошу прощения, смотрит левой стенкой в мою сторону. И я теперь провязываю 2 петельки лицевой вместе за заднюю стенку с наклоном влево. И точно так же вяжем с обратной стороны, то есть то же самое. Так, девочки, дальше продолжаем делать убавления. И будем убавлять до тех пор, пока у меня и у вас перед маркером и после маркера не останется по одной петельке. То есть с одной стороны и с другой стороны. Вот так вот. С одной стороны одна петля и с другой стороны. И точно так же на обратной стороне. То есть всего вот в моем случае получается 11 петель, 11 петель серединка и плюс 4 петельки. 22 плюс 4, 26 петель должно остаться на спицах. Так, и вы таким же образом посчитайте свое количество. То есть серединка остается и по 2 петельки с одной стороны 2 петли и с другой стороны 2 петли. Плюс 4 петли.
Довязала я свои убавки. У меня осталось на спицах ровно столько петель, сколько я говорила. 22 петельки и по 2 петли с каждой стороны. Перед маркером одна, после маркера с одной стороны и также вот 2 с другой стороны. Всего получается 26 петелек. Что мы делаем дальше? А, еще важно, девочки, в последнем ряду я делала убавление, сразу 3 петли убавляла, то есть чтобы у меня по одной петельке получилось, я убавила 3 петли, как бы, ну, не по 2 петли, а 3 петли сразу, чтобы у меня получилось такое количество петель. То есть мы с вами довязываем до того ряда, до последнего, где у нас остается одна петелька с одной стороны, с другой стороны и также вот как бы на обратной стороне. Теперь снимаем маркеры и берем дополнительную спицу. Нам сейчас нужно будет закрыть макушку трикотажным швом. Так, сняли маркеры. Теперь я лицевые петельки снимаю на одну спицу, а изнаночные петли снимаю на дополнительную спицу. Так, лицевую петельку я переснимаю на спицу. Дальше беру дополнительную спицу. И у меня идет следующая петля изнаночная. Я ее переснимаю вот полупетелькой, которая от меня подальше. Я вот завожу спицу вот с этой стороны, как бы с обратной, и снимаю петлю. Далее лицевая, лицевую переснимаю. Так, изнаночная. Подхватываю сзади. И переснимаю на дополнительную спицу. Не совсем удобно, но ничего. Лицевая на одну, изнаночная на другую спицу. И так нужно переснять все петельки. Я обрезала ниточку и вдела в иглу. Далее будем мы с вами сшивать макушку трикотажным закрытием петель. Значит, вот эти петли, которые у нас изнаночные, мы их переносим туда, на изнанку, заправляем. И будем сейчас пока закрывать петли, которые лицевые. Так, девочки, смотрите, у меня 7 петель на одной спице и 7 петель на другой спице. Что мы делаем дальше? Значит, берем иголочку с ниточкой и вот эту петельку, которая у нас первая от нас, вкалываем иголочку и скидываем петельку со спицы. Так. Теперь первую петельку со второй спицы скидываем со спицы и иголочку вкалываем в серединку. Так, немножко подтягиваем. Ну, я думаю, что здесь видно, вот смотрите, петелька прямо лежит, вот как эта косичка, так же эта петля. Теперь что мы делаем дальше? Обратите внимание, что вот она петля, вот у нас как бы, вот она.
Теперь мы вот в серединку вкалываем иголочку, подхватываем вот эту левую половинку и в следующую петельку также вкалываем иголочку и снимаем петлю со спицы и провязываем. У меня нитка пушистая, может запутаться, поэтому здесь нужно быть аккуратным. Так, вот таким образом. И то же самое я делаю на другой стороне. Подхватываю петельку. Так, здесь нужно не запутаться. Вот она как бы в серединке. Она уже вот туда ушла у нас. Вот она. Подхватываю ее половинку петельки и провязываю, точнее, вкалываю иголочку вот в следующую петельку и снимаю со спицы. Дальше повторяю. Так, за левую полупетельку я захватываю, вот она у меня, вкалываю сюда иголочку. Далее следующую петельку скидываю со спицы и накидываю на иглу и протягиваю. То есть мы с вами соединяем макушку. Вот видите, петельки как ровненько лежат. Дальше на противоположной стороне также нахожу, вот она у меня, где вот она, полупетелька, видите, вот круг, овал, я не знаю, петля. Вот сюда мы захватываю я левую полупетельку и следующую петлю, которая на спице, и протягиваю ниточку. Так. Дальше. Так, вот я соединила две петельки. И теперь вывожу иголочку на изнаночную сторону, чтобы макушка была красивая. Так, вывожу наизнанку и потом закрою как бы вязание.
Так, вот такая макушка получилась. Так, у нас еще остались изнаночные петли, и должны мы их закрыть таким же образом, как и с лицевой стороны. Так, я беру мою рабочую спицу, с которой я вязала основное полотно, и переснимаю все на нее, все петли. Таким образом, чтобы как бы я дальше продолжила вязание. Вот так вот, вот в эту сторону должна смотреть спица, потому что иголочка с ниточкой у меня вот с этой стороны. Нам нужно сейчас соединить изнаночные петли. Точно так же сначала я первую петельку снимаю на иголочку, скидываю, провязываю. Далее на другой спице делаю то же самое. Возвращаюсь. Теперь подхватываю левую полупетельку, вот эту половиночку. Вот у меня правая, а вот левая. Вот я ее захватываю и следующую петельку на спице. Так, теперь смотрю на противоположной стороне. У меня пряжа пушистая, и мне, конечно, сложновато, потому что петли вот здесь вот теряются. Если вы будете вязать тоже из такой пряжи, можно повесить маркеры для того, чтобы петельки эти не терять. Вот она, петля. И снимаю следующую. Так, далее полупетельку с левой стороны, которая... И следующую петлю, которая на спице. Переснимаем. Петли мои все выскочили. Так, ищем. Вот она, левая полупетелька на другой стороне. И снимаем следующую петлю. Если вам сложно, еще раз хочу повторить, одевайте маркер для того, чтобы не терять петли. Вы ослабьте вязание, и сразу вы ее увидите. Как только вы ее затягиваете, сразу она как бы уходит туда вот, вовнутрь. Петелька. И все хорошенько затягиваем. Вот так вот получилась макушка с этой стороны. Так, и здесь я уже могу закрепить ниточку, ее спрятать, обрезать. И все, вот с изнаночной стороны закрепляю. Так. Чем хороша пряжа пушистая, ее если закрепишь, то она уже не распустится. А если в процессе вязания вы ошиблись, то распустить будет очень тяжело. Так, все. Закрепила. И теперь спрячу, как бы обрежу нить лишнюю и спрячу ее, хвостик.
девочки, на этом я заканчиваю свое видео. Проведу ВТО, влажно-тепловую обработку. И шапочку можно носить. Если вам понравилось видео, ставьте лайки. Кто еще не подписан на мой канал, подписывайтесь. И до новых встреч. Пока-пока.